приходят лучшие люди. И я думаю, что сейчас вся общественность, и оппозиционная, и властная должна сплотиться, чтобы найти вот этих подонков, которые зверским образом осуществили это убийство. Борис был моим другом и был прекрасным человеком. Это больно, правда. Поэтому я здесь. Но мы надеемся, что его идеи, то, что он приносил в общество, они будут жить и побеждать. Мы будем двигаться в сторону цивилизованного, нормального общества, в сторону Европы, а не дикой азиатчины. Спасибо.